Приготовьте невероятно вкусный суп. Ароматный, наваристый и сытный суп с мясом и рожками – любимое блюдо для всех членов семьи. Быстро, просто и вкусно. Этот суп сделает сытым и добрым даже самого голодного. Невероятно вкусно, просто и с душой. Делюсь с вами рецептом, как приготовить суп с рожками. Мясо на косточке – 400 грамм. Картофель – 3 штуки. Морковь – 1 штука. Лавровый лист – 1 штука. Перец душистый – 2 штуки. Макароны – 100 грамм. Рожки. Чеснок – 2 зубчика. Укроп по вкусу. Соль – по вкусу. Вода – 3 литра. Количество порций – 5-7. Подготовьте ингредиенты. Мясо на косточке хорошо промойте, залейте водой, поставьте вариться бульон. Добавьте лавровый лист, душистый перец, посолите по вкусу. Варите на медленном огне в течение часа. Картофель и морковь нарежьте кубиками. В бульон добавьте нарезанную морковь и картофель, мелко нарежьте или выдавите чеснок через чесночный пресс. Варите 15 минут. Добавьте зелень. Косточку достаньте, отделите мясо от кости и отправьте назад в бульон. Добавьте в суп рожки. Варите 5-7 минут. Наваристый ароматный суп готов. Зовите родных к столу, обед готов. Приятного аппетита!